6 марта на мусульманском кладбище в Каспийске состоялось прощание с погибшим военнослужащим майором Арсеном Магомедрагимовым. В траурном мероприятии присутствующие выразили глубокую скорбь и признательность за его мужество, самоотверженность и преданность родине. Арсен Рабаданович родился в городе Каспийске. Военную карьеру начал в 2007 году в воинской части города Славянска на Кубани. С 2008 по 2012 годы проходил службу в Абхазии. В 2022 году отправился в зону проведения СВО в должности командира мотострелкового батальона. В декабре 2023 был направлен в Сирийско-Арабскую республику в должности заместителя командира бригады по вооружению. 29 января 2024 года он героически погиб при выполнении боевой задачи. Близкие и родные рассказывают о нем как о достойном мужчине, горце и патриоте своей страны. Он снискал огромное уважение у командования и подчиненного личного состава. Показал пример настоящего патриотизма и служения своей отчизне. Проститься с Магомедрагимовым пришли близкие, родные и представители администрации Каспийска во главе с Борисом Гонцовым, председателем собрания депутатов Абдулвахидом Джаватовым, военным комиссаром Маратом Пашаевым, а также представителями различных структур и организаций муниципалитета. В завершение церемонии прощания военный оркестр краснознаменной Каспийской флотилии исполнил гимн Российской Федерации, а почетный караул произвел артиллерийский 3-кратный салют.